Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus 9, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить режим «Не беспокоить». Мы свайпаем вниз, ищем здесь режим «Не беспокоить», находим и, нажимая на него, можем его включать и выключать. Если зажмем на нем пальчик, перейдем в настройки. Здесь мы можем настроить расписание, можем нажать на плюсик, добавить название, выбрать время начала, также время окончания и повтор. Нажимаем на галочку. Далее можем настроить исключение для режима «Не беспокоить», выбрать, от кого мы будем получать сообщение вызовы, либо от всех контактов, либо от избранных, либо ни от кого. То же самое делаем с приложениями, выбираем приложения, от которых будем получать уведомления. Также можем включить звонок при повторном вызове, то есть если кто-то перезванивает нам в течение 3 минут, мы получаем сигнал. И можем выключать звук мультимедиа в режиме «Не беспокоить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.